игрой и общайтесь друг с другом. И хорошо проводите время. Так, все, чатик я включил, все включил. Отлично. Так, где мы там остановились-то? 103 дня. Почему-то пишет, что семья Смит, хотя семья толерантная на самом-то деле. Что с микрофоном? Ну-ка. Да-да, потише сделал. На сотне почему-то был выставлен, громкость была выставлена. Пока не буду запускать игру, подожду, пока он напишет, что все хорошо. Кружка с чаем тоже постараюсь не шуметь. Спасибо, Денис Коридиск. Забавный ник. Так лучше, отлично. Все, поехали потихоньку. Надеюсь, игра будет не особо громкой тоже. Да я говорю, что у меня с микрофоном надо уж нового покупать. Заказывать. Что это то чувствительность сами, то еще что-нибудь. Я уже, честно говоря, не помню, что мы тут делали. Я помню, что мы собирались куда-то идти и что у нас женщины из похода пришли. На складе воды нет места. Так, Артур, значит, был только что в душе, пусть он в туалет пока сходит. В общем, все, что может потратить воду, пусть тратит воду пока что. Пока идет дождь, хоть и черный, но у нас, в принципе, нет, загрязненность большая, на самом деле. Тогда лучше пока не пить. Так, сейчас посмотрим, что у нас там по этим, по вещам. А, тут все в порядке, что у нас в коробках. Что у нас по поводу... По поводу чего. Я, кстати, с металлоискателем уходили, я не знаю, нашли ли мы какие-нибудь металлические предметы вообще. Так. А, я хотел эти противогазы посмотреть. Ни одного нет противогаза. Ну, придется смертников ждать. Что делать-то? Хорошо, Джаст, я тебя понял. Language Russian, yes. Lord Gwyn. Dark Souls. Так. Тут я, по-моему, проводов не набрал. А вот здесь могу, кстати, улучшить. И пластик, и мотор есть, чтобы скорость очищения как раз будет быстрее. Отлично. Почему бы это и не сделать? Чтобы быстрее гораздо очищалось, чтобы они вдруг... Не пей! Уйди, не пей! Не пей! Ты чё, Макс, серьезно? Сходи в туалет. Но не пей. Тёма? Привет, Зеро. Только попробуйте попить что-нибудь. Так, да, кстати, вода начала очищаться. Хорошо. Макс очень сильно хочет пить, я думаю, я его отправлю чинить душ, а потом принять его. Чтоб он там был занят немного, пока вода успеет очиститься. Потому что мне кажется, что все-таки это работает, да. Загрязнение, то есть, если есть загрязненность, и они ее начинают пить, то тогда все очень плохо будет. Пей. Блин, я совсем не уверен, что нужно пить. Иди лучше починить всякое. Душ потом починить. Пить им захотел. Так, Артур, ты, может, переоденешься? Привет, Биг Бадалайк. Привет, Джей Джек. Джек, чтобы сначала проходить Mad Max или МГС? Я не буду МГС проходить на канале, и на стримах проходить я не буду. Так что, ну ладно, пусть пока. Попью я, проверим на мне, скажем так. Что в итоге выйдет из этого дела? Загрязненность теперь лучше должна.
И у меня, кстати, все есть, чтобы еще ее прокачать. Блин, а че бы нет, я вот думаю, вот че бы нет. Если мне сейчас так это нужно. Нейлон, выключатель, вентиль, клейка, лента. Ничего мне не, особо не нужно больше нигде. Так что давай, Артур, еще раз. Чтоб совсем чисто, ну, совсем, чтобы быстро начищалось. Ты можешь Артура отправлять, пока у него действует антиратка. Думаешь, действует? По-моему, уже все. Я же его типа это. Но тут активных эффектов просто не написано. Воды у нас выше крыши, еды тоже нормально, бензин есть, все есть. Так, все, больше ничего не можем. Да, тут металл нужен и петли с резиной и с транзисторами. Ну вот на три уровня прям вообще отлично. Просто шикарно. Сразу почини тогда. Тут ну, провода, петли тоже потратили. Да, провода надо теперь искать. Купить, искать. Так, ну чё, бездельники. Еды у нас много. Мы, в принципе, сейчас реально можем довольно долго тут, ну, как бы просто сидеть. И бензин надо залить поскорей. Потом чуть-чуть починить. О, только пришел, там полевая буря началась как раз. Где плейлист с этими песнями теряли в группе? Да просто в аудио. Ну, типа, я вбил Fallout 3, ост и все. Что-то у нее стресс, сфигали стресс. Спасибо большое за донат. Ой, Стаффорд, спасибо огромное. Я вот болею, стрим прям... А, сейчас послушаем. Привет, Джеки. Вот тебе копеечка. Я вот болею, а стрим прямо даже настроение поднял. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Выздоравливай. Так, я пока пойду, наверное... Я хотел кровать починить, но вроде снесено. Так, женщина. Чини давай все. Тёма, поспал, починил. Правила ты не знаешь. Так, что могу создать? Я могу создать... Два. Сами знаете чего. Ну, я даже могу больше создать, но я пока создам два и отправлю их. Посещай школу максимально. Вот сейчас как раз у нас будет экспедиция. Экспедиция. Из... Опять же, женщин отправлю, потому что они реально более прокачанные, чем мы. Нам надо будет потом на грушах прокачиваться. А женщин я сейчас отправлю, наверное, во все школы, которые я только знаю. Школа. Вот и на заправке еще можно что-нибудь. Полиция — это оружие. В аптеку 100%. Автозаправка. Ну, тут тоже может быть что-нибудь. Так, ближайшее это мы оставим, когда с водой все будет плохо. Я не уверен, что мы успеем тут добежать. Но тут вот есть школа. Ну, слушайте, хватит даже нам на школу. Ну и до аптеки бы, пожалуйста, хватило. Отлично. Отлично. Отправляем. Что у нас там? Ну, ружо, пожалуй. Я там... Металлоискатель. До сих пор не знаю, что он нам дает. То есть он вроде как бы что-то и дает, а вроде как бы и нет. Так, и из синего я больше вроде ничего не могу дать. У нас две аптечки осталось, которые почти не использую. Цемент и снег. Я, наверное, не буду ни с кем обменивать. Я им, короче, закину песок. Известняк. Вдруг, ну, какой-нибудь реальный обмен нам попадется. Хотя я обычно не особо люблю обмены. Джек, не хочешь в Empire Total War на стримах поиграть? Хорошая, отличная пошаговая стратегия. Да нет, я не особо. Понимаю. Но вы знаете, если ты играешь в какую-то игру на стримах, которую ты не понимаешь, то это будет не очень комфортно тебе самому. Придут эксперты, начнут все советовать, портить настроение. Люди просто не понимают, что ну, типа, реально можно играть в некоторые игры впервые.
Я же не ожидаю от всех, что там вы все шикарно играете в Готику 2 и все в ней знаете, например. Спасибо, удачно зашел. Пожалуйста, Джек86Рус. Григорий Джек Шепард, привет, номер один. Привет, номер два. Из клиники, что ли? Было бы забавно, если бы можно было установить любой голос, зачитывал бы не женщина, а Джек или какой-нибудь Кроган, например. Да. Прям атмосфера Fallout, да? Да. Так, нужен душ. Я думаю, почему бы не сходить в душ, пока у нас идет дождь, есть эта возможность. Почему бы не сходить в туалет, например, тоже. Так, тут никто ничего не хочет, но мы можем попить. И вы видите, да, реально, загрязненности нет. Но, в принципе, дождь нормально идет, ладно. Что-нибудь построить хочется, наверное. Я думал на грушу накопить. Уничтожать какие-нибудь материалы из инвентаря. Получить топливо. Дерево мы копим на апгрейд. Бинокль я что-то брать не стал. Кладовая для пайков. А может все-таки бахнуть пока кладовую? Я просто не знаю, когда мы сможем набрать, блин, 13 резины. А, все остальное есть. Ну, древесин, кстати, много надо. Ладно, пока будем резину собирать, там посмотрим. В Kingdoms of Amalur: Reckoning играл? Да, почти все прошел. Как насчет GTA San Andreas побеситься? Да нет, неохота. Привет, турок или тупок? Не знаю, наверное, турок все-таки. Им туп, привет, спасибо. Так, ну давайте посмотрим, кто там. Помах X3, спасибо большое. Так, какой-то пол. Привет, давно никого не видел. Ну, мы как бы дипломаты, дофига. Он хочет к нам присоединиться. Я бы мог пожертвовать им, знаете ли. У него, кстати, ну, с другой стороны, да. У нас новый кусок мяса к нам вступил. Одно оружие хватит, а второму лучше арматурный топой. Да, и у них урон побольше. Я двоим дал оружие, патрон потерял двух хороших статистов. Привет, Джек. Привет, Йоката Ками. Да, музыкальный автомат, я думаю, что я смогу, скажу, тут поставить, чтобы он заработал. Как же я хочу вот эту мини-кладовую расфигачить. И куда-нибудь сюда поставить большую, реально. Не, я все-таки, знаете, я... перестановка. Не доску, вот эту кладовую. Вот. А эту большую сюда можно? Подожди. Ну, над туалетом как-то не очень, да? Не камелько. Пусть тогда будет вот эта вот тут, а большая здесь. Подтвердить пробел. Кто пришел? А, это наш чувак, смертник. Привет. Вельком. Ну, в принципе, если он сможет себе найти что-нибудь. Ну, типа, таблетки от радиации, если он тогда выживет, то тогда. Как насчет Бернард Продайс поиграть? По-моему, для стрим подойдет, не знаю даже. Я в нее, в принципе, в свое время играл. По-моему, она через Games Windows Live работала, если я ничего не путаю. Я там пытался ачивменты выбить. Но могу ошибаться. Так, Поль, ты чё? Ну, давай, Поль. Смотрим, что ты у нас сможешь принести. Сходим туда. Деление полиции, свалка, аптека. Или я сюда уже кого-то отправил? Я своих... Напомните, я в Брукгейт отправил своих или в Портси? Нет, я не видел человека, как Артур сломал этот. Ты в гору ходил в игре, на карте показывает, там мой персонаж в пустоши потерялся. Нет, не ходил, что-то боюсь. Отправь их в отделение полиции. Дай, мне не нужны патроны. Ну, по-моему, я тут не был. И женщина я сюда не отправлял.
аэропорт, и первый раз аэропорт нашел. Большая аптека. Блин, надо было, наверное, их сюда отправить, а не этого чувака. А знаете, что я думаю? Я думаю, что мы сейчас кое-что сделаем. Мы сделаем один противогаз, но его надену я. Его надену я и пойду с ним. Да, я их в другой город отправил, хорошо, я же что-то подзабыл. Эй, задержись на секунду. Но говорить будет Нэнси, наверное. Чтобы остановиться, крыша над головой. Или Дороти, это очень... Нет, двоих не могу отправить. Потому что потом будет очень большой стресс, и они у меня с ума сойдут, если два человека умрут подряд. Поэтому... Опаньки. Воу-воу. Воу-воу, дерево, отлично. Отличный противогаз есть еще. Так, иду брать не буду, эти все материалы мне тоже не нужны. Песка возьму, вдруг продам кому-нибудь. Вода есть, есть. Так, хорошо, Джек, давай. Идешь ты. Артур, нет, я лучше, наверное, Артур отправлю, у него все, ну, типа... Он и не есть, не пить не хочет, и спать особо не хочет. Так, давайте. Пойдем по логике. Свалка, потом дом, потом еще дом. Отделение полиции, аэропорт, большая аптека, простая аптека. И вы возвращаетесь домой. Даже может до большого дома дойти. Ну да, да. Так. Остановить. Держи, Артур. Ну, у меня нет на пистолет патронов, я поэтому ни с кем там не буду встречаться, чтобы... Ничего такого нет. Жалко, что у меня сумки нет еще одной. Потому что у меня тогда на этого чувака с сумкой напали, он умер в итоге. Через Чембер был, да, вчера был. Меня пугает пол, у него цвет кожи, как будто он из Морровинда. Ну и как бы вот что. Ну, я думаю, мы вдвоем хоть что-нибудь оттуда унесем. Если там будет что-нибудь крутое, то я втором раз просто могу сходить. Так, а ты тогда иди пока. И потом спи. Вот так вот. Кто-то ходит в пустошь, кто-то бездельничает. Бездельничает, конечно же, кто? Конечно же, Джек. Конечно же, Джек. Как часто будут выходить такие черные стримы, ну, не знаю, по возможности. По желанию. Рюкзаки мне нужны, но я бы сделал. У меня есть два рюкзака хороших и один такой. Но было больше. Нужна кожа. Кожу сейчас они вон там уже добывают. Поэтому кожа это приоритет. Я, кстати, еду возьму. Что-то я не брал еду-то. А у меня еды-то ну, на самом деле 44 из 50. Тут три нахлебника маленьких есть. Так, ради передачи. Пойди добавь топливо, что ли? Да почини чутка. Кажется, у нас есть что-то получше системы. Что ты собрался улучшать? Почини лучше эту еду. О, крыса! Блин, это из-за того, что не убирались давно. Мышеловка. Давай. Жопа маленькая. Кошки-то у нас больше нет, поэтому... Я надеюсь, что она попадется. Что-то крыса-то не круто. Я первый раз увидел, что крыса появилась. Я знала, что у тебя хватит сил до стрима ради подписчиков. Да-да, в итоге вот сел. Джек спи. Спасибо. Сто пятый день. I am crazy guy, привет. Джек, слушай, хочу спросить, ты не думал продолжить DS приключение вашей троицы по Breaking Point? PS там Макс неплохо обосновался уже. Ну, типа, не знаю. Это всегда звучит, типа, прикольно на словах, но на практике это не так получается. Ну, правда, DS там уже, ну, настолько мы от него устали.
Странно, просто прошла по этой. Вот крыса, да, умная. Прошла по ловушке, вообще нисколько не это. Принять пищу. Может, надо сюда пищу положить? Хотя вроде уже что-то лежит. Не очень я понял, как она... О, кожа, это хорошо. Рубильников много, но... Могут пригодиться, в принципе. Гвоздь. Так, вот это моя вторая группа, 16 человек. Которые должны что-нибудь вообще супер крутого притащить. Вместо еды, наверное, тогда бензин притащу. Так, вот он ее поставил. И... Снова нужно очистить укрытие. Незнакомцы нам не нужны. Ты на машину еще ничего не находил? Я находил в другом сейве. Аккумулятор и шину. Но вот, вот тут еще очень странно, но нет. Хотя был на автозаправках. Кажется, у нас есть необходимость. Че ты собираешься улучшить? Улучшатель. Люди еще пришли какие-нибудь. Так, хорошо, мотнем тогда чуть-чуть. Угу. Банк. Банк — это хорошо. Нейлон я тратил. Ну, камни, арматуры я реально брать даже не собираюсь. Ну, вообще не вижу в них смысла для меня. Ладно бы в строительстве как-то арматуры или камни были нужны. Но они абсолютно на свалках находят части от машин. Да, я знаю, мне говорили. Но я пока не вижу смысла собирать. Я думал год прожить. Посмотрим, что выйдет. Но если уж будут запчасти, я, ну, у меня будет место, чтобы взять, я их буду брать. Кислородный фильтр, как обычно, ломается быстрее всего. Так, женщины. Женщины, нашли три пачки антибиотиков. Нашли валиум. Просто отлично. И транзистор, которых так не хватает. Ну, батареек 13, как и пружинок. Ну, я возьму, чё, карман не жмет. Самое главное, что они, по-моему, уже два этих нашли. Противогаза. Джек, привет, снова все по атмосфере, да? Привет, Crazy Fish. Блэк и Джек с кем-то пересеклись. А, нет, Блэк к Джеку. Ну, там тот чувак, я не знаю, насколько у него спич хороший. Ну, вроде должен быть. Надеюсь, сейчас мы не погибнем. Привет, патрон, еще раз. Два чувака, один сожжен, рысь, задержусь на секунду. Да, у поля 15 спич. Чем я могу быть вам полезен? И на что, черт возьми, ты по-твоему уставился? Мы убежать, мы без оружия. Мы убегаем и... Ну что, голыми руками я не буду атаковать их. Ну я не знаю. Да, я им даже арматуры не дал, потому что не хотел с ними встречаться там ни с кем, блин. Только попытался поговорить сразу вот. Все, не буду больше воеваться. Поражение. В смысле поражение? Че, умерли? Подожди. Они что, умерли? Я не понял, они умерли или выжили? Я просто не хочу, чтобы они... Ну, вроде ни у кого не ухудшилось настроение.
То есть они, получается, живые, но они просто свалили. Вот проводов очень сильно не хватает. А, канистр уже 5, ладно, не буду брать выше. Веревок 30 штук. Ну да, возьму. Они убежали, хорошо, хорошо. Привет, Задорнов. Но я уже, блин, вот поэтому я не хочу ни с кем встречаться, пока у меня не будет 25 с собой дробовиков, блин. И мои персонажи не будут с офигенной ловкостью и силой и прочим. Что просто брать и мочить все живое. Потом мы типа станем жесткими и реально начнем раздавать. Но сейчас я не вижу просто смысла. Когда мне больше важны всякие там припасы и все такое. Почему они хотят спать, но не идут спать? Но у них включено этот управление автоматом. Странно. Что тут? Не-не, нафиг, все. Блэк больше ни с кем не будет общаться. Резину нашли в большом доме, это хорошо. Клейка лента тоже, кстати, может пригодиться. Ну, пока я возьму еще еды. В будущем я думаю, что нам добить или вот это все возьму. Я что-то выкину потом. Для всех инструментов не хватает молотка. Да, да, только его у меня нет. Все остальное я уже успел собрать. Так, ну вот девчонки могут с кем-то там пообщаться. У них есть два выстрела, по идее. Да, чувак, еще с какой-то катаной. Вот этой ловкости больше, так что давай. Понятно, он, короче, маньячина, но... Я думаю, что мы должны его убить. Ну, типа, блин, чувак с палкой, мы с дробовиками. Хрена себе с палкой, это не палка какая-то. Изи-бризи. Это катана. Угу. А, смотри, как это выглядит, как этот. Нет, тут на автозаправке, ну, как бы больше нам ничего не надо особо. Он реально просто ее чуть не убил. Но нам, в принципе, можно сказать, повезло. Так, эти еще и аптечек нашли. Молодцы. Маленький супермаркет. Ну, там сейчас самое интересное будет под конец. Катана, ну да. Добрый вечер, привет, CSGO Soul. Ну, в итоге, кстати, эти немножко отвлечемся от темы и Virtus проиграли. Потому что парень на фифе, когда играл, он такой типа говорит, ну вот они там. Спасибо большое за донат. Держи, держи палец вверх. Аба! Спасибо! Богдан Лерко, привет, привет. А? Не ожидали, что у меня такой фокус есть? Так вот, и в итоге... Он, ну, он писал, когда они 8-1 выигрывали. Или что-то... А, или 13-7 было. И он такой говорит, ну, типа, Virtus, наверное, выигрывает.
Я такой, не уверен, не уверен. И вот. Надо больше таблеток антирада. Согласен. Пытаемся их найти. Не все так просто. Кто у нас есть? Вот это вот надо вот здесь. Резина, провода. Потому что хранитель нет, уже не лезет. Значит, надо что-то выкидывать. Вентиль, например, еду. Это у нас все хватит. Пум-пум-пум. А, это же у меня вообще другая команда. Ну тогда лучше возьму провода и петли. То, что у меня прям сильно в дефиците. С другой стороны выключатель, нужны ленты, блин. Ладно, бенс выкидывайте, возьму выключателей. Все равно потом туда придем и доберем до конца. Интересно, кстати, если отключить, наверное, будет меньше энергии тратить. Типа можно так, например, душ там в какой-то момент выключать, всякое такое. Кстати, пока вода идет, лучше помыться. Так, Блэк, ни с кем не разговаривайте, просто идите дальше. Ищите все, что надо. Вот вы и нашли. Так, бейсбольная бита. Средний урон. Распределитель. Вот как раз для дома на колесах нашли вещичку. На маленькой свалке. Стоит ли убирать что-то, то, что мне действительно нужно? Ну, наверное, я возьму распределитель все-таки. Наверное, я еще... Ну, аптечки дорогие точно не буду убирать никуда. Что бы я еще убрал? Плату. Тоже их не так много. Блин, я хотел биту взять. Ладно, потом вернемся туда, на эту свалку. Там еще вроде большая должна быть. 107-й день. Сейчас они отделение полиции проверят. Потом аэропорт, большой, еще две аптеки. Вот, ну если мы там медикаментов не найдем, то я уже вообще тогда не знаю, где искать все это дело. Когда можешь, все больше энергии тратится. Да пусть тратится. У нас типа есть ресурсы. Пока идет вода, я думаю, вот я и советую людям, если кто-то будет играть. Пока идет дождь, вот это ваш момент для всего. Вы можете делать абсолютно все, пока идет дождь. Вот. И лучше всего и в экспедиции отправлять, пока идет дождь, потому что вы его единовременно потратите, когда отправите, и он у вас тут же будет набираться, как только дождь начался. Поэтому вот все лучше делать в дождь. Пойдите выпей воды. Так, кто обед, кстати? Чего вы тут нашли? Но нет, маленький дом не очень хорош для нас. Игру можно пройти, да? Набрать вещей на авто и уехать. Но я вот не спешу, мне я больше удовольствия получаю в самом выживании, то есть там припасы искать всякое такое. Читай книгу, хоть развлечешься немножко. Так, Нэнси. Не, мы потратили патроны, все, не буду рисковать вообще.
И вы тем более никого не ищите даже. Даже не пытайтесь. Иначе я вас сам прикончу. Добрый Джек. Всегда добрый. Так. О, вот это прям. Вот это прям супер. Отличная находка. С приклада можно было что? Авто не работает, собрал все для нее, и ничего не произошло, да? Может, все-таки что-то не собрал, там бензина, может, не хватило. Я не буду делать музыку чуть погромче, потому что в записи потом люди вообще без звука будут сидеть. Поэтому я сегодня чуть тише сделал. Силок я не буду делать, у меня еды достаточно. Ну, 41 из 50. Вот это да! И именно эти мои придурки сюда попали. Вы посмотрите, сколько тут. Я хочу все. Я хочу все. Ладно, я выкину одно дерево, я возьму два противогаза, правда. Мы потом придем на эту автозаправку и заберем все вот эти вот канистры. Фух. Это реально жесть. Но вот именно у меня маленькая группа из сумок не особо хватило, конечно. Да, мы вернемся на автозаправку. Надеюсь, там никто отсюда, ну, с нее ничего не сокрет. А у нас еще два места у этой группы интересных, которые они должны обследовать. Две аптеки. Одна большая, одна маленькая. Я боюсь, что и там нам может не хватить мест. Предохранитель 16 штук. Может, вместо кардита я взрывчатку не делаю все равно. Хотя его довольно сложно найти. Известняк я так и не прочитал. Давайте возьму, ладно, предохранитель. Буду ловить оленей, будет кожа. Но это тоже интересно. Вот это уже чтоб его интересно. Музыка какая-то странная пошла, не из Fallout'а. Хотя написано из Fallout. Я даже две поставлю. Сначала ты берешь эту. Патрон нашли. Ну, блин, мне шерсть так нужна, вообще больше не нахожу. Банк. Ну да, в этот город мы еще сходим. Так, Тёма. Это еще один сынок. Все, давайте. Маленькие ловцы. Что тут? Не-не-не-не. Тёма, что ты хочешь? Ты хочешь в туалет? Сходи, потом спать. Все равно мы тут нечего ходить.
Пиздец. Ну всегда думаю, что это что-нибудь крутое, блин, типа, ну, не знаю, мина ловушки, чтобы никто не подошел к нашему дому. И всех разорвало на атомы. При попытке атаковать нас. Но в итоге оказывается, что нет. Но оружие Фримана мне не нужно. Отделение полиции. Да, я знаю, что эта музыка была в трейлере. Я про другое немножко говорил. 108-й день меж тем. 108-й день. Что там они еще? А, это уже эти нашли. Патроны, ружье. Ну, ружье-то у нас есть. Надо будет все эти места снова потом походить. Не хватает места. Что с краской делать? А вот смотри, ты берешь вот так. Ну, я не знаю, по-моему, у меня нет с собой краски. На втором уровне вот есть разноцветные эти. Выбираешь любую баночку, у тебя будет, ну, типа, уровень вот так закрашен в полоску. И вроде как-то это может там успокаивающе действовать и всякое такое. Там есть описание у каждого цвета. Да, белое там символизирует капитуляцию, цвет осени в Китае. Этот там изначально бирюзу купали в Турции, всякая такая информация. В Риме символизировал кровь, храбрость, красный. Ну, вот смотришь, что тебе надо и делаешь. Да-да, в отделении полиции кастет и труба. Нет, девчонки, вы не будете ничего делать. Какое оружие, по-твоему, тут самое лучшее? Я не воюю вообще, поэтому ничего не могу сказать. Я только из ружья стрелял дважды. Антибиотики. Ну вы видите, да, нет антирадина. Ну он не падает просто. На все просто кликаю, чтобы взять, если что, на место уже. Перебор. Спички тоже не знаю, в каком количестве мне нужны. Аптечка довольно дорогая. Может, вместо книги? У меня есть 3 книги. Да, давайте аптечку возьмем. Я бы хотел, чтобы эта игра вышла на телефон. Она, по-моему, есть на этом. На планшетах. Я почти уверен, что я в App Store видел. Прям почти уверен. Шерсть, отлично. Аэропорт. Вот, кстати, и впервые вижу, что за лут на аэропорту, и на самом деле не такой уж, ну, клёвый этот. Дерево, да? А, это эти мои. Дерб. Ну, не знаю, все, по-моему, больше ничего не лезет. Ведра я точно не брал. Да. Известняк с песком я для продажи взял с собой. Вдруг я думал, что кого-нибудь встречу. Так-то он мне не нужен. Известняка у меня самого уже целая куча. И новую комнату я пока не планирую делать. Нэнси. Были бы патроны еще оставшиеся. Мы только один нашли. Антирадиационные таблетки! И именно у тех, кто у меня, блин, тащит так уже много с собой. Не знаю, что выкинуть. Ладно, без топлива будем. Но антирадиационные таблетки — это спасение нашей жопы. Или попы, кому угодно. Еще и валю мне взять. Но хотя бы таблетки есть. Значит, ну я думаю, эта девчонка, как думаете, заслужила? Которая с этим... Господи. Клейка лента, думаешь, не нужна будет? Ладно, давай выкинем, послушаю зрителя. Короче, уже и мысль забыл. Ладно. Бак остался, как будто тут шус в кататонии сидит. Ну, типа в этом, в невменяемом состоянии. Но вот она пошла без противогаза. Если я могу ей дать таблетку и вылечить ее, она будет жива.
Либо мы ее, ну типа, оставляем жертвой, закидываем ей снова рюкзак и отправляем еще в какое-нибудь путешествие, не используя больше ничего. Аптека. Хорошо, резина есть, таблетки. И опять группа, которая у нее вообще отстой. Которым ничего не влазит. Ну ладно, антибиотиков. А, у меня ноль, кстати, антибиотиков. Блин. Ну чё, плату выкинуть, что у меня 12? Что? Я смотрю то, чего у меня больше хотя бы. Ну и плат у меня больше. Поэтому я возьму антибиотики. Хотя ни разу их... Смысл от них особо не... Ну то есть он вылечивает, когда они там начинают этот отравляться. Если стат хорош, а мы сейчас проверим. Пол-то, пол умрет. Я не про пол, я про женщину. По-моему. Что-то я уж как-то запутался. Стоп. Вместе со мной, вот в этой экспедиции, кто пошел? Пол? Мы с ним вдвоем, типа, два мужика пошли, да? Или... А, и две женщины отдельно. Они-то в этих масках пошли. Пол. Не, нет, этот пол тогда пусть сдохнет. Я думал, женщина со мной идет. Тогда нафиг. Нафиг. Пол. Хотя, если у него неплохие эти... Пусть трехотки сходят, если выживет, тогда демонтират. Я вот тоже... Вот я вот за практичный подход. Вот Макс был при смерти, он должен был найти антират. Он себе нашел антират, и он себя спас. Ну, в принципе, этот чувак может сделать так же. Они опять что-то нашли. Психованный. Все уже нашли, что можно только было. Все еще не вернулись. Ну, теперь у нас хотя бы этих масок достаточно. Так, девчонки пришли. Девчонки сейчас будут мыться, есть, пить. Они очень много всего притащили. Просто 28 предметов из 28 затащили в максимальном количестве. Все, что можно было, они все приперли. И песок пусть лежит. Фух, вот это они опыта получили, конечно. Это они молодцы, молодцы. Не могу поверить в то, что сегодня... Да, да, они сегодня человека убили. Окей, всем не плевать. Всем ведь не плевать, да? А? А? Блин, мне так нравится. Так. Кто пришел? Ты кто такой? Питер. Питер. Ищет убежище. Питер. Ты жестокий. Я не жестокий. Жизнь такая. Че, берем Питера или нет? Если бы я его взял, я бы сделал так. Я бы отправил его вместе с этим, с Люком, или как у нас там, с Полом. Вдвоем их отправить. И тогда... Ну, без противогаза, без всего. Я... И один кто-нибудь из них съел бы эти. Берем Питера на мясо. Хорошо. Я тогда прямо сейчас его отправлю умирать. Питер. Так, вы чё, женщины? В душ, срочно. Так, Питер. Питер. Ты, надеюсь, в майке и в шортах сможешь выжить там? На суровых пустошах. По-моему, там немножко пессимистично, как у него написано. Так, на автозаправках мы были. Куда там нам нужно, чтобы... Так, в аптеке мы были. Комплекс, тюрьма. Заправка. Блин, где свалки-то? Свалка 9 дней назад. На свалку его отправлю в два дома. Ну и тут, я думаю, нижнюю часть карты прочекать. Типа как-нибудь вот так. Чтобы он тут, ну, поисследовал как можно больше территории. Мы узнали, что у нас тут вообще есть еще.
Вот так. Но, к сожалению, Питер с нами надолго не останется, поэтому я не дам ему абсолютно ничего. Ну, я ему дам, наверное, хороший вещмешок, потому что он стопудово вернется на один-то раз. Я даже готов дать ему арматуру, но он точно не будет ей драться. Так, ну у него есть мешок и все. Пока, Питер. Лицо Питера знакомо. Мы его однажды видели, наверное. Ну, значит, он стопудово кого-нибудь съел. 4 города должно быть, но я 3 пока нашел. Не, никому не подключайтесь. Пока, Питер. Там черная дождь, но я думаю, сам знаешь, что делать, что я тебе советую. Так, дети. Уборка. Навалено всякого мусора. Если найдет антирад, ну типа я вот считаю так, если персонаж отправляется на смерть и он находит во время пути антирад, значит он заслужил его использовать и жить. Если нет, I'm sorry, ничего не могу с этим сделать. Так, часть для машины не женщины нашли, а Артур вместе с Полом. Значит, ждем, пока они там вернутся. Не, ну счет что-то нашли. Туда же ничего не влезет. А, он уже что-то нашел, кстати. Ну, давайте всякой фигни возьму. Питер. А он не... А ты что не убираешься-то? Тут же вон сколько мусора всякого валяется, какие-то какашки. Красивый по-любому. И мой такой еще стоит, вот типа, вот, лоль. Так, чинить. 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 И добавить топливо. Мотнем. Ну вы видите, да, чем нашли? И резины нет, вот что самое забавное. Молоток! Большой магазин хозтоваров. Давайте, ребят, мы запомним и потом туда еще кого-нибудь отправим. Большой магазин хозтоваров. Я сейчас за одну ходку с собой не унесу отсюда все, что мне тут нужно. Мы нашли... Ну, хотя его потом может тут не быть. Нужен ли мне мотор так сильно? Чё, молоток или два мотора? Что вы думаете, нам нужно сейчас? Я просто не знаю, исчезнут ли эти предметы потом. По идее, вроде бы они оставались. Но как бы... Да Питер в походе вообще в другое место. Он не сюда идет. Вряд ли он зайдет в большой магазин хозтоваров. Туда я потом пойду. Даже самые большие, может быть, зайка. Селок сейчас посмотрим. Может, там что-то и поймалось. Я молоток, да, думаете? Вот как бы. Хорошо, хорошо. Ладно. Я надеюсь, с новыми обновлениями, ну, можно будет реально видеть, как они там по пустоши идут, что-нибудь такое встречают, и не просто эти энкаунтеры. А вот так, ну, побольше. Вот, чтобы было как-то все вот поаутентичнее. Тот же Вейстланд, второй, в который я залипал, когда он вышел довольно сильно. Мне, ну, он такой, конечно, мне понравился. И там вот именно эта составляющая выживания была очень клево сделана. Ходишь по карте, как в первых палачах. Не вижу смысла улучшать воздухочиститель, я вообще не улучшал воздух-фильтры, норм живут. Ну, видишь, он у меня постоянно ломается. Я бы его на долговечность еще улучшил. Ну и так на 2 раза. Не знаю, а как тут радиация на ком-то влияет, я без понятия. Я просто думаю, вдруг потом в новых обновлениях что-нибудь там как-нибудь.
придумают, что оно вдруг нужно будет, или там, если ты двери открываешь каждый раз, ну, типа, чем чаще ты ходишь, тем больше радиации попадается внутрь. Тебе нужен нейлон, а ты must-have, пока не скрафтишь пару нормальных сумок и броников. Ну вот, нейлон, 9 штук. Но тут у меня вещи поважнее гораздо. Так что ладно. Но все, всегда приходится чем-то жертвовать, ты не можешь прям все с собой взять и увезти. Ребят, расскажите, пожалуйста, мистер Пумпкин Русу, что это за игра. Вдруг радиация приведет кого-нибудь в Мэри Джейн. Это из 60 секунд, я тут, кстати, не играл. Даже не видел, что за игра. Не душ. Что ты какой-то такой душ? Потом почини ведро. Все, она уберет ведро и починит. Питер, не-не, ни с кем не говорить, а убьют сразу. Ты мне живым нужен. Скажи о фильмах, которые смотрел недавно. Интерстеллар, который я не видел, когда он вышел. Так не так давно мы посмотрели с девушкой и что еще. Мэд Макс вот на улице собираемся посмотреть. Времени мало, сами понимаете. Не особо до фильмов, скажем так. Я планировал за перерыв между «Ходячими мертвецами» все сезоны старые пересмотреть, чтобы все освежить, и в итоге до сих пор не посмотрел ни одной серии. Верстак до 4 уровня можно, там 5 пункт это для обновлений будущих, я почти уверен. То есть тут вместо этой большой стрелки будет вот этот верстак тут, допустим, здесь, а другой 5 слева. Потому что вещи есть на 5, видите, добавили. Тут, по идее, вкладок хоть миллиард может быть. Вон, я большую кладовую бы воткнул. Мы бы семена выращивали. Короче, всякого бы наделал, прикольно. Сто десятый день. У нас все хорошо. Люди пьют, едят. Чинят. Занимаются своими делами. Все хорошо у нас так. Не-не-не-не-не. Когда эти-то уже придут с Артуром? Ходят, ходят там что-то. Они нашли пистолет и топор. Я вас просто, ну... Самое, блин, малочисленное, ну, с малым количеством вещей. Человек-то был в Гонконге, да, и вот, как бы, вот. Резину я вообще почти ее не нахожу, я понимаю, что она нужна, но я ее просто не вижу. Кстати, ты еще не находил чертежи, уровень 5, на самом деле, для чертежей я находил на автомобиле.
О, да, Тёма повысил интеллект. 1300 опыта, новый уровень. У всех новый уровень, все такие, блин, мы чувствуем себя такими умными. Прочитали там, знаете, какую-нибудь книгу, типа, не знаю, что-нибудь, типа, туалетное ведро для, типа, для дураков. Все, все навыки качают, всем некогда. Два молотка нашли, например. Почему бы и нет? Гвоздики возьму. Тёма, и потом поспишь сразу, почистишь все. Резина, отлично. Что-то я не вижу, что еще может влезть. Давайте найти. Пластик. Ладно, большой дом. Да, да, инструкция по туалетной бумаге, что-нибудь такое. Так, оказывается, так легко было их всех прокачивать, а я там не делал. Артур такой, я хочу попить воды. А потом я снова буду читать книгу. Там, наверное, собрание сочинений Ведьмака лежит. Или там какая-нибудь Война и мир. И такие, господи, столько буков. Мы будем просто брать книжки. Каждый раз на том берет, реально, и просто страницы листают, как будто бы они прочитали. Потом такие, ну, там про войну, про мир, знаете ли. Вот, отличное чтиво. И все такое. Пообсуждают друг с другом, норм. Респект за оформление стрима. Спасибо. Там, кстати, чатик не это. Вот эта вот полосочка не мешает. Может быть, его. Вот так вот, да? Ребят, как думаете? Сделаем его чуть менее прозрачным, чтобы было видно. Вау. Секунду, сейчас. Просто переключается с главного окна на второе. Вот, теперь хорошо. Так, Артур. Стоп, кто-то там что-то красное хотел. Спать. Ну, спи. Антибиотики. Аптека. Not bad. Давайте я краску одну возьму, показать, что, что она делает. Кто-то спрашивал. Что просто не налазило. Да. Теперь вроде хорошо. Обжимаю музыку Фолч, спокойно даже не замечаю, что она есть, но она есть и поднимает настроение, да. Я одно время. Тим, господи, ты что так на меня залетел? Ты ж только что ушел. Я одно время качался в ММО одной, когда мелким был. Под музыку из-под Fallout. Вообще отлично, знаете ли. Странно. Показывает на кровать. А характеристики вот этой штуки. Лол. Забавно. Кровать с топливом. Заливаешь топливо и можешь спать. Нужен только чатик зеленый. Нет, тут вся игра такая оранжевенькая. Мне кажется, подходит. Так, пистолетный патрон. Веревок вроде много, но почему бы еще не взять, если есть слот. Питеру таблетки, да, Питер заслужил. Питер молодец. Столько всего нашел. Сейчас подключится с кем-нибудь, его застрелит в лицо. Вот это будет тупо. Интересно, что попало в нашу... Нифига, что там попало в нашу ловушку. А теперь давайте проверим... эксперимент сделаем. Кожа 16. Кожа 16. Теперь Артур идет забирать добычу.
Вроде как говорили, что кожа прибавляется. Проверим это сразу. Может, когда-нибудь буду Fallout 3 на стриме проходить. Будет зеленый чат. Так, 16, да, было? Проверяем. 16. Кожа не прибавляется. Сто тринадцатый день.
Ну и тоже. Ну тут тоже разнообразие, конечно, хочется. Пойди прими новый душ, который ты только что сделал. Почувствуй себя красавчиком. Мишку и пластинок продавать так лучше. Не-не-не, пусть останется. Я потом автомат поставлю, чтобы у них стрессов не было. Тогда мы вообще начнем народ просто выпиливать сотнями, тысячами. Я просто буду реально ходить на пустошах людей и отправлять их в смертельные рейды, чтобы найти запчасти на машину. А пластинки я знаю, что 100 что ли или 50 стоит. Заведи отдельную комнату для баков с водой, будет много места, куда всякое барахло бахать можно. Ну, я думал так, но это же лень. Это же они будут постоянно ходить в задницу мира за баками с водой. Я ж уже старенький, не упомню. Вода реально жестко набирается. Все, дождь закончился. И кто-то, я так смотрю, не особо спешил мыться. Разобрать душ, в котором отсидит. Макс пошел мыться, и Тёма такой: разберу душ, пока моется. Или там закину енота ему через это. А, еще дождь пошел. Ну вы посмотрите просто. Ну покушай, не знаю. Потом почини. Вообще отлично, дела идут, все так хорошо. Можно в какой-нибудь новый рейд кого-нибудь отправить будет сейчас. Ну точно, давайте. Не знаю, Артура и мадемуазель отправим. А я что-то это... А... Стоп. Пульсюзан пошли. А Пульсюзан пошли куда? А, они пошли новой неизведанной территории обыскивать, там ни черта нет. На неизведанных территориях. На, вот четвертый город, кстати. Вот туда сейчас мы и отправимся. Так, мужик, все хорошо. И он пойдет с Нэнси. Так, вот четвертый город, мы его нашли. Мы хотели заглянуть в лачугу, я это помню, мы заглядываем. Потом маленький резервуар нам не нужен. Мы идем в дом, в цветочный магазин. Вот какой-то прям такой мини-город. Вот можно вот сюда. Сюда. Ну, пока вода есть, позырим, что там. Потом вот маленький дом. И ферму. И еще маленький дом. И сюда, и сюда еще забежим. Ну и церковь, так уж и быть, все. Отлично. Так, давайте. Сумок, наверное, правда, у нас нет, да? Но я не думаю, что мы там так дофига всего принесем. Просто сейчас опять все это тыкать, если я новые сумки создам. А, я уже путь весь придумал. Я уже тут гипермозг, можно сказать, в процессе. Может, кто-то успеет с большой сумкой вернуться. Питер, ты где? Подожди, ты каким-то... А, он уже почти вернул. Он сейчас вернется, мы у него сумку заберем. Отожмем. И отправимся с сумками. Если есть шанс у меня потеряться в горах, тогда я не пойду. Тогда пусть Артур идет. Так, ты еще досок нашел, молодец. И патронов ты нашел. Слушай, ну прям молодец, Питер. Питер молодец. Его мы съедим последним. Одного скаутиста с хорошим обзором, например, меньше воды тратится и быстро. Это ж надо смотреть на характеристики. Это восприятие должно быть большое. 6, 2,
8, 4, 18. Ну, я знаю, кого буду отправлять. Молодец, ты вернулся. Живчик ты наш. Ты скушаешь таблетки, ты будешь жить. Ты лысый молодец. Таблеток ты, правда, не нашел. Но я думаю, будет вполне справедливым оставить его в живых. Так, подожди, ничего не делай. Съешь антирад. Потом мыться. Я пока этих отправлю сейчас в экспедишн. Куда я там хотел сослать? Ну, не сослать, прямо скажем. Куда-то сюда, потом сюда. Сюда, 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 сюда. Так. Оружейный патрон. Ну, бери ружбайку. Бам-бам-бам. Винтовочные патроны. Я тоже этот возьми. Так, и... А металлическую фигуру мы куда? Куда мы ее, куда? Мы ее никуда. Ладно. Ты девушка, отправь, нехорошо спрятать. Да ей так постоянно отправляю, пусть хотя бы одна отдохнет. Она сейчас только-только вернется с этого. Одну вот я отправил, вторая у нас и так в рейде. Так, бро. Ты прости, что я тебя хотел убить, Питер, но ты же об этом никогда не знаешь. Когда-нибудь ты поймешь свою роль в нашей команде. У тебя стресс. Потом книжки почитаешь. Проснешься. Так. Читай книгу и тоже спать. Фильтр 46. Плоховато. Тёма! Спрятались два маленьких засранца. Чё не спит? Тёма такой, а чё нет опять? Пусть Макс идёт. Тёма, я тебе доверяю, Тёма. Такой, эх, пойду. Вот. Вернулись. Господа хорошие. Опаньки, сразу нашли уже, ну как бы один этот вернули. Противогаз. Всё время хочу назвать маска. Это вы много натащили. Ну, двух мужиков нам сразу не надо, я вам так скажу. Пол. Пока пол. Пол, тебе придется, конечно, жизнь тебя потрепает. Так я тебе прямо скажу. Ты должен будешь большую территорию обойти. Мы не уверены, что ты сможешь что-нибудь найти. И мы абсолютно точно не уверены, что ты сможешь вернуться. Но мы в тебе верим, Пол. Давай. Как раз у него восприятие отличное. Да ведь? Отличное эти восприятие. Один. Нормально. Пока, Пол. Он пришел как раз. Такой, пока, мы больше никогда не увидимся. Лол. Такой. Так, че там, че там? Ищем, ищем. Опа, забрал этот дневниковый отрывок из сгоревшего лагеря неподалеку от того места, которое мы посетили. Отрывок из дневника номер 18. Мои подозрения подтвердились, да и вы, Джейн, были не разборчив текст все это время вместе. Подождите, я расскажу об этом Сьюзан. Лол. Кто-то кого-то хотел сдать. Так, там дождь пока идет черненький, конечно. Ну, афроамериканский, то есть. Вы посмотрите, какая липота. Просто липота. Тёма, тебе, конечно, придется еще укрытие почистить. А завтра у нас будет день ремонта большой.
Так, но пока мы находим всякие штуки, я все это беру, потому что я могу. Отлично. Не, ну если он как бы найдет, типа если вот он найдет все-таки таблетки в этом путешествии на край земли, Пол если найдет, то Пол будет жить. Если Пол не найдет, то у меня один этот остался. Ну, как бы я же не буду тратить единственную антирадиацию на Пола. Ну, как бы, ну, ведь не буду ведь? Не буду. Вы думали, что я буду, а я не буду. Так, потом спать. Вместо Джека. А вот ты... нужен мне сейчас очень-очень сильно. Чтобы начать... чинить хороший душ и второй душ. Оба души надо чинить. Шаг. Почему Пол? Там же написано, что его зовут Пауль. Ну, как бы это и есть Пол. Но я на американский лад. Тёма, некогда спать, Тёма. Надо чинить, Тёма, надо добавить топливо, а потом надо спать. Я починю туалет. Я в него схожу. И что еще сделаю? Да и все, наверное. Тёма, спать. Так, ты делай все, что сможешь. Мы тебе рады. Сьюзен спит. Ей тоже нужно авто этот включить. И Макс. Да, все хорошо. Машину сделай. Да я ж отводил. Что там у нас? Распределитель есть. Жесть, я уж думал, нас нападают. Вот как-то так получше, да, быть все-таки. Найти на базу. Нет, найти. Нет. Да-да, Пикизи, я отправляю твоего американского клона, наверное, смерть. Совпадение? Не думаю. Лачуга! Мне бы такую лачугу. Вы посмотри, мы три противогаза нашли. Три, Карл. А это значит что? Это значит, что вот так вот у нас все. Вот так вот просто. Краса вельщична. Краса вельщична у нас все. Просто. Прекрасно. Так, я понимаю, что ты не выглядишь как человек, который интеллектуал. Хотя интеллекта у тебя 11, но пойди почитай книгу. И ты тоже. Чё тупить-то? Так, поиграй в игрушки, и кто-то там нам звонит. Кто же нам там звонит? Элизабет. Хорошее укрытие. Я бы нет, я бы нет. Еда, вода, все такое у нас. Как бы это. Роб-зомби, я не знаю, видимо, как-то там кто-то к Fallout приписал. Я думаю, нафиг, да, ее, Элизабет эту. Поставил себе чай, все уже вообще. Стат посмотри, а еще, как я должен ее стат посмотреть? Интерком все, да или нет? Да это не борода, это волосы так, господи, за уши типа заделаны. На мясо нафиг ее. Ну не, я в смысле вообще ее брать не хочу. Даже на мясо не хочу отправлять. Да ну ее, она какая-то конченая. Не, я согласен. Пока. А у нас тут много еды и воды. Ладно, хватит издеваться на ней. Все, люк закрыла. С фильтром все хорошо. Что он делает? А, он играет. Ладно. Старая версия стату показана. Ну вот. Я пью холодный чай. М-м-м.
Ну, типа, когда он прям холодненький, он хороший. Сейчас он тут уже настоялся и уже не такой вкусный. Что нам делает интеллект? Ну, типа, в бою там или еще где-то? Вот что он нам делает? С практической точки зрения. Что? Ну, я нафиг еще припасы тратить. Правильно, видите, да, вот как тут уже у меня уже целая команда людей, которые знают, как надо выжить правильно. А не то, что там, типа, ой, нельзя людей есть, там, на консервы пускать. Если очень хочется, если очень хочется, то можно все повышать уровни пока. Все равно ничего не делайте. А, вот, давайте комнату покрасим. Там уровни пока получают. Макс такой, я хочу спать, я не хочу играть больше. Играю в игрушки. Так, давайте. Смотрите, как красится комната. Покрасим, я думаю, в желтый цвет. Ну вот, например, вот нижний этаж, да, вот тут, где люди спят. Оп-оп-оп, и вот полосочка покрасилась. Можно так все стены покрасить, по-моему, в ряд. Но я так никогда не делал. Но я немного банок краски с собой взял. Так вот оно выглядит так. Идите снова книжки читайте, все равно ничего не делайте. Пользы-то не будет. Ты тоже что, самая умная, иди читай книгу. Тёма, у меня для тебя есть задание. Почини кровать, на которой спал. А потом добавь топливо чуть-чуть. Это умение вести переговоры, интеллект. Ну, ловкость, по-моему, тоже на то влияет. Не, Нэнси. Или, может быть, поговорить? Да нет. Еще ни разу нормальных торговцев в пустоши не находил, чтобы люди, которые стояли бы там, такие, а давайте пообмениваемся. Все мясники. Возможно, еще один противогаз, я не знаю, просто везет на них. Но это хорошо. Возможно, ну, типа, слава какая-то идет, что там живут маньячины, которые зазывают к себе людей, а потом жрут их. Ну или истязают, чтобы они ходили, всякие ресурсы добывали, а потом, ну, едят. Итог-то все равно один. Может быть. Тёма, почини эту штуку. Он такой, а чё они книжки читают, а я чиню все. Тёма, ты же понимаешь, я не могу им доверить это. Ловко слияет на метку, шанс побега, хорошо. С кем не говорить. О, я харизму повысил. Прикольно. Одни и те же книги читают, как будто бы умнее станут. Интеллектуалы. Резина. Прикольно. Я даже, наверное, скотч буду брать. Один черт. Че там этот парень-то, который там при смерти? Ты че? Где он там ходит? Группа номер 2. Ну, что-то по горам. Но ему еще довольно много идти. Больше, чем полпути. Я думаю, он закончит свой путь и закончим мы. Не знаю уже сколько время. Но я чувствую, что я уже очень устал. Че вы ходите? Штучки. Вот Тёма спускается по лесенке. Получает образование. Новые уровни, все такое. Вот бы им еще можно было характеристики самому накидывать дополнительно за уровни. Ты Джека бережешь до лучших дней, и Джека вообще не трогайте. Но он знает, что делать надо.
Да кто об этом узнал, вообще все умерли, но выжил, например, вот этот ваш любимчик Питер. И своим там старым друзьям по рации ночью, а ты знаешь, что-то они. Я почитал их дневник, который у него тут лежит на этом, на столике. Там, знаешь ли, такое написано. Посмотрите. Забрали чью-то жизнь. Начинаем паниковать. Нашли каких-то людей на пустыре. Потом... Так, чтение книг. Никому никогда не причинял боль, убил человек. Что мы будем делать без Эрика? Дальше. Трудно жить, как мы. Ага, понятно. Так, Нэнси тут мы взяли. Сегодня мы нашли оторванную руку. После смерти Артура. Но это не Блэк, который Артур у нас тоже был, умер. Потеря Питера уже еще одного была. Вот. Ну, как бы, явно с нами Марк. Нет с нами больше Марка, к сожалению. Дороти ушла из жизни очень скоро. Майкл был. Все, ничего не получилось. Джойс погиб. Кто еще там? Ну, многих мы потеряли. Ну, спасти нельзя было всех. Я скажу так. Я скажу, что спасти всех было нельзя. Тёма повысил харизму. Может быть, он больше не будет подвергаться моему влиянию. Так, давайте в душ, пока идет дождь и вода, и все такое есть. Кажется, это очень было бы логично. Ну не так уж, чтобы прям. Я вообще помню, как мы первый раз человек съели, я вообще не понял, что произошло. Была функция, типа, ну я не помню, как она даже называлась на самом-то деле. Так, ну фильтр, кстати, в порядке. Ну, сходим, починим. Вода до максимума набралась. В этом бункере выживут не только сильнейшие, а просто лучшие. На прочность, ну резина и клейка лент. Могу, кстати, вот что сделать. Скорость течения укрытия от радиации, но я вообще никакой практической пользы от этого не увидел еще ни разу. Надо ли оно или нет? Топор, бум, ружбайка, бум, патроны, отлично. Все, что нужно. Ну это вот наш чувак, который один пошел. Нашел лачугу. Генератор улучшал, да. Тут на два раза, тут на один, тут на один. Но я тоже пока не вижу смысла, но... Емкость бака, но это просто реже я его буду заливать, да? Нужно ли мне оно так? Чтобы тратить 10 драгоценных металла, ну батарейки, выключатель, ладно, вот металл меня волнует, потому что он довольно сильно расходуется. Так что не знаю. Не знаю. Так, у меня есть новая идея. Новая идея есть у меня. Где-то тут лесенку надо разместить. А, тогда не получится. Тогда не тут.
Тогда подожди, я просто новую комнату что-то решил построить. Почему бы нет? Вот тут у нас будет место для спуска. Хотя нет, лучше здесь. Да? Или что? Нет? Почему нет? Почему не хватает места, я не понимаю. Ах, просто придется самый край, блин, ходить. Тут-то хоть хватит. Так, пойди поспи. Чуть передачу не упустил. Как насчет улучшения обеззараживания воды? Там что? Там все клево. Вот как бы, ну, реально до максимума почти довели. Мне хватает 75%. Резину транзистора я тратить не хочу. Резину я вообще коплю. Прочность? Ну, я не знаю. Либо какой-то баг, либо водяному фильтру реально плевать, он все время 100%. Не вижу смысла улучшать. Когда пофиксят, может, тогда там буду думать, что, типа, ну, может, в патче каком-нибудь починят, чтобы он ломался. Потому что пока что только кислородно ломается все время. Ну-ка еще одну комнату зафигачим пока. И, ну и пусть ребенок тоже, нет, сходи в туалет. А потом будешь делать комнату. Все. Нужна лесенка, да? Неужели по несколько подряд нельзя ставить? Жалко. Или пока она построит, что не так быстро все выстрелит. Нет, смотри-ка, и так идут. Все, последний цемент потратили. Да, пока комната не строится, типа не дают. Пусть у нас будет много мест. А уж для чего его там приспособить, я думаю, мы найдем. Те же там коробки с этими, с ресурсами. Так, ты хочешь в душ? Давай. Силки у нас больше. Ну вот, у нас и так еды много. Так, это моя основная группа, да? Ну, бензо возьмите, я не знаю. Ну, краски можно. Еды и так много. Что там для улучшения-то нужно? Ну все, копим резину и две клейких лент. Ну это все, что надо, чтобы нам просто повезло. Копают они реально быстро, потому что 100% эффективность инструментов. Раньше не копали очень долго. И теперь такие, типа, а, у нас же есть инструменты. Все, выкопали. Я даже думаю их на какую-нибудь строечку, там, какой-нибудь этой дачи подрядить. Радиопередача. Угу. Чё стоишь? Кого ждёшь? Поднимись наверх, не знаю, что-то так уныло она там стоит. Сидит наверх. Там даже светильников нет. Так, основная группа еще нашла вещей. Основная группа молодцы. Ну и книгу еще возьмем. Гвоздик можно взять. Я хотел тут лампочки поставить, вот что хотел. Тут нам свет не нужен. Тут тоже мы спим, нам не нужен. Ну, генератор нам свет не нужен. Вот здесь, где книги, можно поставить лампочку, да? Тёма. Тёма, ты же знаешь, кто поставит лампочку. Кто пришел? Ты не сдох! Он прошел этот путь, нашел тут где-то лачугу, но я не вижу, где он ее нашел. А вот. Ну и там он зря ходил, конечно. Ну, давайте посмотрим, что он принес, и будем сейчас решать. По-моему, у нас последние таблетки остались. Да. Будем решать. Стоит ли топорик, ружье, два патрона, еще патрон, предохранитель, выключатель, монтировка.
вентиле две канистры бензина жизни этого чувака? Я думаю, что нет. Мне реально самому понравилась моя реакция. Типа, он что, не сдох еще? Типа, ах. Истощен ты. Ну, конечно. Но я не буду его лечить. Добить его тоже не буду. Я хочу знать, чтобы он всякие проблемы искал на свою задницу. 5 противогазов. Это же просто манна. Отлично. Вот эту песенку. Я думаю, он готов. Я думаю, он чертовски готов сражаться за свою жизнь. Как никогда, я думаю, он готов. Мы дадим ему оружие. Естественно, никаких вещей ему нормальных я давать не буду. Я ему дам арматуру. Удачи, Пол. Ты был хорошим другом. Ты правда был неплох. Удачи. Теперь он будет нарываться на все, да, абсолютно на все, что только можно. Он нарвется абсолютно на все, и потом кто-нибудь его кокнет, и мы типа ни при чем. Ну вы поняли, да? А? А? Смерть, 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 смерть. Бой на смерть. Попрощайтесь с ним. Скажите пока, Пол. Пусть не выживет. Я вообще офигею, если он всех перебьет. Так. Прикиньте, вернется такой, знаете, весь в грязи, в крови. С дубиной, на которой кровища такая стекает. С рюкзаком, знаете, там откуда пушки торчат, там с таблетками. И такой, я выжил, я готов с вами жить, вы меня примете? И мы такие, да, все, отмыли его, побрили, все, и он с нами живет, допивающий. Все может быть, я думаю, в этом случае мы его примем. Вернулась наша группа с кучей вещей. Из которых я бы, конечно, больше всего хотел резину, но... 5 противогазов! Это была идеальная ходка. И куча всего по мелочи. Молодцы. Стоп. Первым делом мыться. Артур, первым делом мыться. Это я помню, я помню. Все может быть очень плохо. Ты кто такая? Ширли. Привет, я просто проходил через плейш поинтересоваться, если у вас что-нибудь для обмена. Да, у нас много чего есть. Че покажешь, че? Берем. Ленту берем. Лампочек парочку. Цемент мне не нужен. И две пули для пистолета. Давай, держи. Много воды, там вроде дождь идет как раз. Так что я почти всю воду могу слить. То есть ресурс, который у меня все равно восполнится. Идеальный обмен, я считаю. Хитрый-хитрый планшек. Да-да-да-да-да. И вдруг он реально возмужает и смогет. Я удивляюсь к этому человеку. Шидли сказал, что для этого потребовалось время. Очень интересно. Пока лампочки разместить хоть. Все равно больше эти выключатели ни на что не годны. Пусть хотя бы лампочки будут. Не обязательно же, что я буду их включать. Стой. Ты должна поесть сначала.
Yippee! There'll be no wedding bells for today. 'Cause I got spurs that jingle, jangle, jingle, jingle, jangle, as I go riding merrily along. Jingle, jangle, and they sing, oh, ain't you glad you're single? Jingle, jangle, and that song ain't so very far from wrong. Jingle, jangle, oh, Lily Bell, oh, Lily Bell, oh, Lily Bell, oh, Lily Bell. Though I may have done some fooling, this is why I never fell. 'Cause I got spurs that jingle, jangle, jingle, jingle, jangle, as I go right merrily along. Jingle, jangle, they sing, oh, ain't you glad you're single? Jingle, jangle, and that song ain't so very far from wrong. Jingle, jangle. Got spurs that jingle, jangle, I got spurs that jingle.